Приветствую вас, дорогие друзья! Курс молодого бойца, часть 5. Давненько у нас не было вообще КМБ. Дело в том, что я не знал, что вам рассказать. И здесь вроде как нашел 3 достаточно интересных темы, которые как раз-таки помогут новичкам лучше освоиться в игре. И в этом видео мы с вами поговорим о трактатах, о том, как эффективнее прокачивать войска, и о финансах. Начнем, пожалуй, с трактатов. Хотя, казалось бы, а что о них можно рассказывать? Ну, есть трактаты, но можно их вставлять в отряды. Бери трактат, вставляй в отряд. Все. Единственное, что они отличаются по качеству – белые, зеленые и синие. Есть еще, правда, фиолетовые. Он только один уменьшает потери на глобальной карте на 35%. В принципе, неплохой трактат для отрядов, которые очень часто воюют на глобальной карте. Особенно, как мне кажется, для Т6 именно отрядов. Но ставить его, ну это уже на свой страх и риск. Ну и ко всему этому, что же такого интересного можно еще и добавить к этим трактатам? Вроде бы все ясно и понятно. Но не совсем. Дело в том, что трактаты подразделяются по категориям отрядов. Например, если мы наведем на какой-либо трактат, мы увидим, для какой категории отрядов он подходит. Например, вот этот вот трактат «Рубящий удар» подходит для отрядов «Мечники», «Пикинеры», «Альбардисты», «Кавалерия» и «Мушкетеры». Вроде бы белые трактаты подходят для всех, но не совсем. Например, на дробящий урон, естественно, вы не сможете одеть трактат на лучников. Это понятное дело, поэтому также есть ограничения. Ну, там на ХП подходит для всех, да. Ну, а есть определенные трактаты, которые подходят для всех, а есть с определенными ограничениями. И вот синие трактаты, они, насколько я знаю, фактически все, большинство, по крайней мере, подходят только для определенных типов. Например, если мы смотрим редкий трактат на плюс к ХП, то он подходит только для пехоты с аркебузами. Ну, в том числе, кстати говоря, и мушкетеры. Вот, посмотрим трактат арбалетчика, он подходит только на пехоту с арбалетами. Ну и соответственно, а где нам взять такой трактат? Ну, нажимаем кнопочку X и вроде бы здесь вот берем и ищем трактаты. Но не совсем верно. Дело в том, что вот эти вот местоположения, где мы добываем наши трактаты, они меняются на карте. Бывает иногда здесь, бывает здесь, бывает здесь. Почему? Почему нельзя сделать в одном месте? Дело в том, что сейчас мы добываем трактаты, например, только для кавалерии. Хотя, наверное, слово «только» здесь будет немножко неподходящим. Дело в том, что здесь мы еще добываем зеленые, белые трактаты, которые там будут и для всех. Но вот синие трактаты будут для кавалерии. То же самое будет и для лучников, и для пехоты. Соответственно, если вам нужны трактаты, например, для пехоты, ну я имею в виду, конечно же, синие, да, то мы не добываем здесь трактаты, не тратим наши пергаменты, ждем, пока у нас не появится место добычи трактатов для пехоты. И, соответственно, там их добываем. Ну и то же самое будет для лучников и для кавалерии в том числе. Трактатов различных очень много, у меня их всех, например, нету. Ну, для конницы, например, увеличение боезапаса на 15%, если нам нужна стрелковая конница, повышает скорость движения, в общем, разные-разные трактаты. И вот этот момент, он очень-очень важный, потому как иногда мы периодически думаем, да почему же нам не выпадает нужный нам трактат? Почему? Ну, потому что мы не там копаем. Вот так вот, не там исследуем, наверное, так будет правильнее сказать. Есть еще такие трактаты, например, общие, да, как увеличение урона, наносимый по пехотам или по героям. Насколько я заметил, очень часто они выпадают из лучников. Некоторые говорят, что они выпадают из различных добываний трактатов, может быть из конницы, может быть из пехоты, но я обращал внимание, что мне выпадали именно из лучников, а вот с других, по-моему, даже и не выпадало. Переходим ко второй теме нашего видео, как наиболее быстро и эффективно прокачивать наши отряды. Предположим, что вы новичок и только-только начинаете свой путь в игре. Сразу же хочу сказать, что помимо тех отрядов, которые вы будете получать за выполнение заданий, там они будут различные, вы их будете открывать, нанимать, из них все прокачивать до топового состояния не нужно, вообще не нужно. Единственный отряд, который вам нужно аж целых 5, это ополченцы с мечами, они нужны для добычи ресурсов на глобальной карте, и прокачать их нужно как минимум до 7 уровня, и один отряд нужно прокачать до 10 уровня. Желательно, чтобы это был первый отряд, потому как вы, когда будете набирать отряды с собой в бой, у вас должны быть все топовые отряды, кроме одного, который вы прокачиваете. Ну, я подробнее все это впоследствии расскажу, но мы начинаем с того, что нанимаем ополченцев с мечами и обязательно берем один отряд в каждый бой
Следующий отряд, который вы должны также брать впоследствии в каждый бой, это восточные пикинеры. Да, казалось бы, они на третьем тире, и до них далеко еще дойти надо, но вы можете исследовать, открывать те отряды, которые нужны для того, чтобы дойти до третьего тира, но не нанимать их. Их нанимать не обязательно. Вот эти вот все восточные мечники, пикинеры-новобранцы, если они не нужны для того, чтобы закрыть какой-то квест, то, собственно, нанимать их не стоит. Если нужны, то нанимаете, какой-то период времени за них играете, но не особо увлекаетесь их. Если хотите, меняйте на какой-то другой отряд без каких-либо трудностей и проблем. Далее, мы берем восточных пикинеров и также качаем их до топового состояния. У нас получается уже два обязательных отряда, ополченцы с мечами и восточные пикинеры. Больше в разделе пехота никакие отряды на третьем тире вам не нужны. Переходим в раздел стрелки. Здесь, если прям вам свербит «обязательно хочу стрелков», то можно еще взять восточных аркебузеров. Хотя в нынешнее время не то чтобы они вообще нужны, но прям вот если вы прям фанат стрелков, ну вот их можете взять. Больше, собственно, и ничего нам не надо. В разделе конница, ну нам здесь могут подойти легкая засадная конница и легкая конница с мечами. Здесь будет зависеть от того, куда вы будете в первую очередь идти. Либо к рыцарям с копьями и крылатым гусарам, либо к огненной кавалерии. Если вы идете в верхнюю ветку, можете взять себе легкую засадную конницу. Если в нижнюю, то легкая конница с мечами. В принципе, конных лучников можно даже и не трогать. И вот эти вот два отряда, ну один из этих отрядов, опять-таки мы тоже берем свой пресет. Не обязательно на каждую осаду мы берем этот один отряд. Ну то есть отряд, например, легкой засадной конницы, дальше мы берем ополченцы с мечами и восточные пикинеры. То есть у нас уже есть три гарантированных отряда, которые, если мы прокачаем, они будут дополнять наш пресет вместе с тем отрядом, который мы будем прокачивать. Дальше идем к четвертому тиру. Четвертый тир у нас уже более интересен, но я бы все равно тоже не рекомендовал вам здесь брать слишком большое количество отрядов и прям все их прокачивать. В первую очередь, сразу же рекомендую идти на восточных мечников-ветеранов, брать этот отряд и также прокачивать до топового состояния. Именно этих ребят. Если вы планируете идти к Железной Страже, то еще вам пригодятся восточные пикинеры-ветераны. Также, в принципе, можно прокачать до топового состояния. Вроде бы неплохо будут смотреться еще и алебардисты, но все-таки, несмотря на то, что алебардисты-гвардейцы хороший, классный отряд и стоит его брать, то алебардистов-ветеранов я бы, наверное, все же не рекомендовал вам брать и прокачивать. Можете просто исследовать, но не берите. В стрелковых отрядах я вообще, вот сейчас сразу скажу, что, ребята, в игре и так большое количество лучников, огромное количество. Если вы еще тоже будете брать эти лучники, то вы никогда не сможете либо захватить точку, либо защитить, потому что это будет очень проблемно. В игре очень много лучников. Но все же я порекомендую, какие лучники будут достаточно неплохо смотреться в этой игре. Это западные лучники-ветераны, хотя в последнее время достаточно редко встречаются, но это огнелуки, стреляют огненными стрелами. Ну, более или менее нормально. Восточные лучники-ветераны и западные арбалетчики в последнее время, ну, такое себе. Хотя восточные лучники-ветераны вообще как-то все время такое себе. Так что их однозначно пока не рекомендую. А вот восточные разведчики более или менее хороший отряд. Именно за счет своего перка Ливень Стрел. Достаточно хороший и качественный отряд. Есть еще степные лучники. Их мы можем увидеть, если нажмем кнопочку F5 и отряды. То здесь вот есть степные лучники, которые тоже достаточно хорошие. На мой взгляд, это лучшие ветеранские лучники в игре на данный момент. Так что обязательно лучше возьмите степных лучников, нежели какой-либо другой отряд. Из конницы здесь тоже хочу обратить внимание на нукеров. Тоже отличнейший отряд конницы, очень хороший. Также рекомендую. Во вкладке «Кавалерия» у нас нету никаких отрядов вообще на четвертом тире. Вот обратили внимание, что две нижние вкладки, где рыцари и ротанговые доспехи, я вообще вам ничего не говорил. Да потому что не рекомендовал ничего там, в принципе, исследовать и брать. Но как только вы сможете брать пятый тир, то здесь можно сразу же взять копьеносцев ордена. Во-первых, они требуют очень мало количества хонора для того, чтобы их исследовать. Во-вторых, это достаточно хороший отряд, особенно для игры в различных ПВЕшках. Да и в принципе в ПВП он тоже достаточно неплох как отряд. Так что копьеносцы ордена рекомендую. Ну а в плане пехоты, здесь опять-таки все зависит вообще от ваших целей.
хотите идти в Железную Стражу, то здесь я обязательно рекомендую прям быстрее взять вам восточных пикинеров-гвардейцев и прокачать до топового состояния. И именно этот отряд. Мечников можете даже не трогать, их только исследовать, опять-таки, если вам нужна Железная Стража. Алибардистов брать и прокачивать, правда, они отряд, который играются больше в пати. Соло его, ну, сложнее, скажем так, реализовать, хотя, в принципе, тоже можно. Восточные коперщики-гвардейцы тоже, наверное, сейчас, нынешний момент, это больше такой отряд для пати. Ну, в соло можно за них играть, но научились с ними бороться. А дальше, что касается застрельщиков, то лично я рекомендую восточных. Очень хороший отряд и ближнего боя, и в принципе могут метнуть дротики, что тоже очень даже хорошо. Западные застрельщики плохи в ближнем бою, но вот зато в два раза больше могут метать дротиков, чем восточные застрельщики. Так что лично мои рекомендации по вот этим вот гвардейским отрядам, это в первую очередь восточные пикинеры-гвардейцы. Дальше уже прям на ваш выбор. Если вы играете в пати, то могут быть это алибардисты, либо коробка. Если вы играете в соло, то это могут быть восточные застрельщики-гвардейцы. Очень даже неплохо. Что касается гвардейцев у стрелков, то... Ну, очень сложный вопрос по поводу западных лучников-гвардейцев. С одной стороны, они хороши, это дальний отряд, но все-таки тратить такое количество очков лидерства на то, чтобы взять этот отряд в бой, и это всего лишь стрелковый, ну, я имею в виду обычную осаду, ну, это уже для любителей стрелков. Я, в принципе, могу здесь только порекомендовать вам аркибузеров и то, если вы хотите идти к мушкетерам. Лично, по моему мнению, сейчас, в нынешнее время, и стрелков вообще топчик номер один — это мушкетеры и степные лучники. Все остальное — это, ну, такое себе, на любителя. Что касается конницы, то не рекомендую вообще никакую пятую конницу. Разве что тяжелая конница с мечами может быть. Ну, все остальное, как по мне, вообще бессмысленно. Даже тяжелая конница с мечами — это для того, что если вот вы хотите прям хочу конницу побыстрее. Ну, тогда еще можно ее взять. Хотя количество очков отваги, которое требуется для того, чтобы прокачать следующий уровень, Т6, снизили значительно, и поэтому я думаю, что не составит вам большого труда уже прокачать и Т6 отряды достаточно быстро. Дальше, здесь у нас еще есть рыцари. Пешие рыцари я крайне не рекомендую вам их исследовать. В ротанговых войсках вообще, да, кроме чакану, здесь вам, собственно, ничего и не пригодится. Итак, тут уже будет все зависеть от того, какие Т6 отряды в первую очередь вы захотите открыть. Ну и, соответственно, подстраиваетесь здесь уже в плане исследования под себя. Еще раз, для того, чтобы быстро и эффективно прокачивать ваши отряды, у вас должны быть отряды, которые уже исследованы до конца, топовые отряды, и вместе с ними вы берете всегда один отряд, который вы прокачиваете. Вот обратите внимание, у меня три отряда. Два прокачанных, один не прокачанный. Здесь то же самое. Два прокачанных, один не прокачанных. И то же самое здесь, то есть всегда я прокачиваю отряды таким вот образом, и получается достаточно быстро. Ну, помимо прочего, есть различные акции, которые увеличивают скорость прокачки, там, например, вы получаете опыт на 50% больше, либо на 100%, ну, здесь уже будет зависеть от этих акций. Ну и помимо прочего, есть еще одна платная штучка, карта опыта отряда. Вы можете купить за 50 саверенов на 10 битв. Ваш отряд сможет получать на 50% больше опыта на 10 битв. Очень хорошая карта, и можете прокачивать на ПВЕ 60. Если мы сейчас откроем ПВЕшки, то мы увидим, что здесь есть у нас три различных миссии ПВЕ. И есть миссия третья, уровень 60. Здесь отряды ваши получают гарантированно хорошее количество опыта. Просто если вы будете играть в PvP, то там будет еще зависеть от того, насколько вы хорошо сразитесь. То вот в PvE ваш шанс того, что вы набьете много мобов, он значительно увеличивается. Ну и помимо прочего, есть еще различные акционные, ну, ПВЕ миссии, точнее. Вот у нас Великая Стена. Там вы тоже будете достаточно большое количество опыта для отряда получать. Поэтому эти моменты не пропускайте. И было бы здорово, если бы вы, если, конечно же, хотите быстрее прокачиваться, как раз таки активировали вот эти вот карты опыта для отряда в те моменты, когда вы проходите большое количество различных ПВЕ миссий и различных акционных вот этих вот миссий. Ну и еще в таких ситуациях вам не стоит тогда желательно играть на захватах, потому что, ну, меньше там, соответственно, получаете этого опыта. В таком случае лучше играть уж на осадах.
Ну и переходим к третьей теме нашего видео. Как мне кажется, главной – это финансы. В игре есть три типа монет. Это суверены, это серебряные монеты и это медные монеты. Суверены, естественно, мы можем получить только за денежку, купив, ну, либо выиграл там какие-нибудь промокодики, возможно, там во время акции нам какие-то будут суверены раздавать, ну, что-то в этом духе. В любом случае, основной приток суверенов в игру, это, естественно, покупка за реальную денежку игроками. А вот медные монеты и серебряные монеты зарабатываются уже игровым путем. Для начала давайте разберемся с медными монетами. Где же нам их добывать в игре? В первую очередь это, конечно же, игра в различных режимах. ПВП, ПВЕ, осады, захваты, схватки. Везде, участвуя в любом сражении, вы будете получать медные монеты. Даже сражаясь на глобальной карте. Где-то больше, где-то меньше. Очень большое количество различных медных монет мы можем получить на акционных ПВЕ миссиях. Опять-таки, как Великая Стена, Яростный Штурм, там мы будем получать немножечко больше. При этом снаряжение наших отрядов не будет тратиться, так что это будет очень неплохой прирост. Также хороший доход в виде монет нам приносят в свободном режиме. Опять-таки за счет того, что снаряжение наших отрядов не ломается. То есть получается, мы просто сражаемся и таким образом зарабатываем медные монеты. Еще одним очень неплохим притоком медных монет являются задания, ежедневное и еженедельное, выполняя которые мы получаем в том числе и медные монеты. Обратите внимание, для того чтобы сыграть просто 5 битв в день, мы получим 2000 медных монет. А есть такой хитрый способ, когда мы можем выполнить эти задания 2 раза в день. Выполняя до 7 часов по московскому времени, и если в 7 часов мы находимся в городе и не в бою, то мы получим еще раз возможность выполнить эти задания и опять-таки заработаем все те же медные монеты. То же самое и в еженедельных. Выполняем еженедельное задание и получаем медные монеты. Ну и последний, как мне кажется, способ заработка медных монет – это продажа различных вещей. Ну, например, материалов, которые получаются у нас после разбора нашего снаряжения. Мы просто-напросто берем его и продаем, при этом получаем медные монеты все те же. Те же схемы мы можем продать, зеленые, которые, по сути дела, не пользуются как таковым спросом. То есть все вот это вот мы продаем, если у нас накопилось его слишком много, и таким образом тоже приходит неплохое количество медных монет. Ну, вроде бы как все просто. Играешь и получаешь медные монеты. Все здорово, куда же мы их можем потратить? В первую очередь это восстановление боеспособности отряда, его снаряжение. Стоит она достаточно дорого, особенно у Т-6 отрядов, ну, например, от мушкетера требуется 14 тысяч, чтобы восстановить одну единицу снаряжения. Мне требуется, например, 7 штучек. Для этого мне потребуется почти 100 тысяч на восстановление снаряжения для мушкетеров. Это на самом деле достаточно большое количество меди. И порой ее просто может не хватать, особенно если вы будете еще играть и на Т-6 коннице. Потому как Т-6 конница, помимо снаряжения, требует еще и коней фиолетовых. А найти их на глобальной карте и накопать в достаточном количестве, ой, как сложно. Поэтому каждый конь стоит 5000, и это тоже достаточно большая и приличная сумма. Посмотрите, 65 тысяч медных монет. То есть, опять-таки, это очень дорого. Да, более низкие уровни отрядов, они, конечно же, не требуют такого большого количества меди, но вот Т-6 и немножко там Т-5 тиры, они достаточно требовательны. Ну, Т-5 не так сильно, а вот Т-6, ну, очень-очень даже требовательны. Снаряжение для отрядов – это основная наша трата меди. Вот прям основная. Еще медь, в принципе, мы можем тратить на то, что мы будем покупать, например, различные элементы для коней. Казалось бы, зачем их в таком количестве покупать? Ну, а для того, чтобы потом впоследствии разобрать и получить нужные для нас материалы, которые требуются потом впоследствии для создания того либо иного снаряжения. Особенно это вот серебряная стружка. Периодически я вам рекомендую разбирать шанфрон для того, чтобы получить эту стружку. Не всегда он, конечно же, выпадает у нас из шанфрона стружка, но достаточно часто. Как по мне, за 400 рублей мы имеем шанс получить одну стружку. Есть, кстати, еще один способ заработка меди. Ну как способ? Не тратить медь. То есть вы можете покупать снаряжение, например, за серебро.
И при этом вы экономите медь. То есть мы не тратим, мы экономим. Ну, такой специфический способ заработка меди. Конечно, в больших количествах я не знаю, для чего нужна медь. Собственно, вообще, в принципе, в игре медь — это экономия вашего времени. Например, вы не хотите создавать снаряжение, и вы восстанавливаете его просто за медь, если у вас этой меди много. Кстати, я забыл еще один момент упомянуть, ведь медь очень много тратится на то, что вы, когда вы сражаетесь на глобальной карте. Когда я сражаюсь на глобалке с двумя Т-6 конными отрядами, то за один игровой день на глобальной карте, то есть за один час, ну, может быть, час 20, где-то так, я трачу примерно 200-300 тысяч меди. Затронули тему серебра. Ну и давайте подумаем, для чего же вообще, в принципе, в игре нужно серебро. Ну, в первую очередь, это создание все того же снаряжения. Любые вещи в игре, которые вы создаете именно за серебро. За исключением вещей, которые вы делаете персональными. Кстати, об этом я чуть-чуть тоже расскажу попозже. Смотрите, мы создаем в мастерской снаряжение для отрядов. Для того, чтобы создать один элемент синий, нам потребуется 50 серебра. Фиолетовый – 100 серебра. Золотой – 200 серебра. И так каждая вещь. Вот здесь материалы мы в ремесленника делаем. Соответственно, тоже крафтим его за серебро. Хотим себе скрафтить пушку – крафтим пушку за серебро. Это серебро нужно везде и всюду. Также можно зайти на аукцион, и здесь все продается и покупается сугубо за серебро. По сути, серебро — это самый важный денежный ресурс в игре. Ну вот, если мы хотим скрафтить себе снаряжение персональное, то мы можем потратить медные монеты. Убираем галочку и, соответственно, тратим серебряные монеты, если снаряжение хотим скрафтить, которое будет нам не персональным. Но то же самое, кстати, хотел бы сказать вам про снаряжение у торговца скакунами. Снаряжение скакунов. Дело в том, что если мы покупаем себе тунговый шанфрон за медные монеты, то, соответственно, мы получаем ресурсы, которые из этого выпадать будут шанфрона, персональными. Если мы при покупке убираем галочку, то мы тратить будем уже серебряные монеты. И, соответственно, у нас уже шанфрон будет не персональный. Где же мы можем зарабатывать серебряные монеты? Ну, здесь не все так просто, в отличие, например, от тех же медных монет. Сражайся в осадах и получай их. Здесь нет. Первое, что у нас напрашивается, это война на глобальной карте. Два раза в неделю мы можем захватывать города. За захват городов мы получаем ресурсы и в том числе серебро, которое хранится в этих городах. Ну, ресурсы у нас как раз таки именно из городов, различные сундуки, схемы, ну и также серебряные монеты. Мы получаем только часть этих серебряных монет, по-моему, половину, и делится она между, распределяется между всеми участниками захвата, в зависимости от того, сколько вы вложили в этот захват. То есть выгоднее всего захватывать, например, деревушки в соло. Вы приходите, захватываете и забираете все серебро себе, которое вам выпадает. Ну, у меня бывало такое и 20, и даже, по-моему, 30 тысяч за один заход. Хотя я знаю, игроки некоторые зарабатывали даже и больше. Но захватить в соло деревни не всегда получается, потому как их дефают. Еще один момент, связанный с получением серебра на глобальной карте, это в субботу. С субботы на воскресенье в ночь приходит вознаграждение за те территории, которые у вас остаются. Здесь тоже не все так просто. Дело в том, что это будет распределяться между всеми участниками дома. И чем больше в доме у вас людей, особенно те, которые, ну, не участвуют, например, в жизни дома, да, на них ведь также распределяется серебро, тем меньше серебра этого вы получаете. Ну и, соответственно, тут тоже будет зависеть и от территорий, и на то, сколько территорий это прибыльные. Дело в том, что, например, во вторник у вас напали на деревню вашу, ограбили ее, и потом еще и в субботу напали также на вашу деревню, ну, перед этим вы ее забрали, да, и также ограбили, то эта деревушка вам принесет не так много серебра, и, соответственно, вы с нее очень мало получите. Я еще раз напомню, я наверняка многие из вас уже слышали о том, что как-то за 18 территорий, которые мы владели какую-то неделю, да, я получил 17 тысяч серебра. Ну, это, как говорится, очень-очень мало. Здесь я уже говорил о том,
что разработчикам было бы неплохо, чтобы они пересмотрели количество вознаграждения, получаемого с территории. Ну, в любом случае, с территории вы можете получать серебро, так что вам лучше вступать в какие-либо дома, желательно, может быть, даже в крупные, если вас туда, конечно же, возьмут. Вступать в какой-нибудь легион яичный, ну, это значит, что вы будете рассчитывать только на то, что вы захватите какую-либо территорию, и с этого захвата вы получите себе серебро, что, в принципе, тоже очень даже неплохо. Обратите внимание, бергов серебра 68 тысяч, а, например, на Вейзене только 30 тысяч, соответственно, более чем в два раза здесь больше. Я хочу сказать так, что бывало на начало ОБТ некоторые деревушки приносили в неделю примерно в районе миллиона серебра. Да, бывали такие деревушки, но сейчас такое, наверное, уже, ну, не знаю, даже бывает. Ну, если и бывает, то это очень-очень-очень редко. Хотя не замечал. Ну, опять-таки, всю карту я не мониторил. Следующая возможность заработка серебра – это аукцион, торговля различными ресурсами и снаряжением. С моей точки зрения, это самая выгодная возможность, где можно заработать больше всего серебра. Продавая оружие, например, доспехи, снаряжение для отрядов, пушки, наконец-таки. Дело в том, что пушки, если вы будете продавать орудие, осадное орудие, особенно в дни войны, то, в принципе, вы можете неплохо зарабатывать. Единственное, не стоит жадничать и продавайте эти орудия, ну, подешевле. Дело в том, что конкуренция большая, и вряд ли, кстати, у вас кто-нибудь купит зеленое. Ну, синие, разве что мортиры у вас купят, а так в основном пользуются спросом, конечно же, фиолетовое орудие. Собирайте ресурсы на глобальной карте, возможно, кто-то у вас и купит, хотя не такая уж это и прибыльное занятие, торговля именно ресурсами. Их покупают не так часто и, ну, только туда-сюда возить, как по мне, это просто затратно по времени. Ну, может быть, в каких-то регионах ресурсы и покупают больше, в каких-то меньше. Если честно, этот вопрос я не особо-то и мониторил. Где лучше покупают, где хуже. Далее, чем еще можно таким торговать? Это снаряжение для отрядов. Кстати говоря, тоже может приносить неплохую прибыль, особенно если это снаряжение тех отрядов, которые пользуются популярностью. Ну, особенно Т-6 отряды. Тоже, кстати говоря, можете торговать снаряжением именно Т-6 отрядов. Их, наверное, будут покупать в первую очередь. Ну и опять-таки смотрите, какие снаряжения у вас продаются, каких снаряжений очень много, и старайтесь продавать какие-нибудь другие, какие отсутствуют. Также вероятность того, что вы их продадите, ну, будет более высока. Еженедельное задание. Опять-таки, кстати говоря, тоже достаточно неплохой прирост серебряных монет. Сразу возникает вопрос, в смысле прирост серебряных монет? Ну да, здесь в некоторых сундуках есть серебряные монеты, и стоит их, кстати говоря, выполнять, тоже неплохо подзаработаете на самом деле. Если вы будете это делать постоянно, то это серебро будет копиться, копиться, копиться. Если вы его тратить особо не будете, то вы насобираете уже приличную сумму. Помимо прочего, если у вас есть премиум аккаунт, то вы будете получать резные ключи. Здесь их всего внизу 8, это если только у вас активен премиум аккаунт. Ну и помимо прочего, еще есть вот в этих сундучках, в мешочках, также есть эти ключи, с помощью которых открываются сокровищницы. Кстати, если у вас проблема с тем, что у вас не выпадают сокровищницы в обычных боях, то по сути это так и должно быть. Ну, скорее всего, задумано так разработчиками. Лучше всего эти сокровищницы выпадают в различных ПВЕ, особенно 60-х. Они выпадают вообще в идеале это делать, добывать сокровищницы, именно сражаясь на глобальной карте, убивая в логово бандитов. Именно там, в каждом, ну, как по мне, наверное, в 95 случаях выпадает сокровищница. То есть сделали 10 логов бандитов, как требуется для еженедельных заданий. И, ну, пускай 9 сокровищниц вам выпадет. Хотя у меня очень часто выпадает со всех. То есть сделаете 15 сокровищниц, откроете в неделю, это максимальное количество. Вы заработаете где-то в районе 50 тысяч серебра. Ну, каждую неделю по 50 тысяч серебра, ну, неплохо, да, копиться будет. Вот, собственно, и все возможности заработать серебро. Торговля, еженедельное задание, сокровищницы, глобальная карта. Да, больше, по-моему, и нет возможности где-то добыть себе еще серебро. Ну, потратить возможностей, конечно же, много. На том же аукционе мы сможем себе купить, например, какие-нибудь схемы, например, какие-нибудь предметы для
с крафта, или же, например, те же орудия мы сможем... В общем, все, что мы покупаем на аукционе, мы покупаем за серебро. Ну и, помимо прочего, еще, кстати говоря, в торговых постах, например, вот в пограничной фактории, если мы зайдем внутрь, то мы сможем купить там снаряжение для Т-5 и Т-6 отрядов. Ну, конечно же, дороговато, но тем не менее. Порой там, кстати говоря, дешевле, чем добывает стоимость на аукционах. На этом все. С вами был Алексей. Всем добра. Пока-пока.